Эдвард Сноуден раскрыл существование масштабных программ перехвата звонков, после чего Конгресс принял закон, ограничивающий такие возможности АНБ. Эти и другие новости на нашем сайте радиомаяк.ру. На маяке. В Санкт-Петербурге сегодня пасмурно и плюс 9 градусов, в Москве ясно и до 17 тепла. Сейчас в российской столице плюс 10 градусов, без осадков, давление 752 миллиметра ртутного столба. Объявление о том, что вот этот переезд будет демонтирован. Что это чуть ли не последний день его жизни. Пятого числа в 15 часов дорогу откроют, и переезда уже не будет.